Почему девчонки не всегда дают? Но устал я думать, бросил этот труд. Сам себя подергал несколько минут. Стахановцы и космонавты смеются, а доярки что-то не очень. Но сейчас будет женский такой куплет, очень нравоучительный. С тёлкой я пилился несколько минут и попал в больницу для лечения мут. Каждый день мне стержень лазерами жгут. Лучше б я подумал несколько минут. Лекой отпилил мне мой подгнивший кнут. Подал я на тёлку заявление в суд. А присудили курве возвратить мне кнут. Длилось заседание несколько минут. В синем небе птички разные снуют. Под окном девчонки про любовь поют. Раньше я в окошко опустил бы кнут. Постучал по бошкам несколько минут. Прочитал в газете, есть в Туве шаман. Лечит он грибами от любовных ран. Может даже бабе вырастить он кнут. За кило зеленых и несколько минут. Прочитав заметку, я сказал Зергун. Полетел в Туле, чтобы сделать кнут. А на борту Чечены пушки тут как тут. Захватили лайнер в несколько минут. Отобрали чичи денежки мои. Приземлился лайнер где-то в Дубаи. Ворвались арабы и чеченов бьют. Отдались им бабы в несколько минут. В лайнере арабы русских ворют баб. С пьяну я подумал, что тоже я араб. Снял штаны, ох, ёпки. А где же ты, мой кнут? И меня нагнули в несколько минут. Я теперь в Дубаях, типа всех главней. Нет в Дубаях шлюхи круче и модней. Сами в мои руки денежки плывут. Разорю любого в несколько минут. Вот тебе поэма, вот тебе мораль. Если нету хрена... Говори, не жаль. Почему к педрилкам тетки так и льнут? Посиди, подумай несколько минут. Мотал я перцем в караоке, хлебнув литруху вискаря. Но девки были там жестоки, не дали.